Приветствую, друзья! С вами сайт какпросто.нет и главный его редактор Лео. Сегодня поговорим о теме Sony Vegas Pro, запишем первый видеоурок про то, как обрезать видео. Да, бывает такая ситуация, что есть какой-то ролик, у которого есть часть совершенно нам ненужная, которую нужно обрезать. Вот, как же это сделать? Сделать на самом деле это очень просто с помощью Vegas Pro. Давайте посмотрим наглядный пример. Открываем Sony Vegas Pro, выбираем файл. Далее передвигаем ползунок в место, где надо обрезать файл. Жмем английскую клавишу S. Вот эту ненужную часть удаляем с помощью клавиши Delete, либо с помощью мышки правой кнопкой мыши и удалить. Ну вот, готовый обрезанный видеоролик. Его сохраняем, либо переводим в нужный вам формат. В принципе, здесь все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые видеоуроки. И, конечно же, заходите на наш сайт, читайте новые статьи. Всем пока!